Тогдашние студенты и сегодняшние выпускники в буквальном смысле шагнули в большую жизнь, покинув стены родной «Альма-Матер». Под аккомпанемент оркестра студенты проходят по центру города ежегодно. Шествие – одно из самых ярких и, несомненно, красивых событий июня. Маршрут не длинный – до площади Ленина. Именно здесь, в самом центре Читы, они будут получать свой главный на сегодня жизненный трофей – красный диплом. Сегодня здесь среди выпускников призеры всероссийских олимпиад студенческих по разным предметам, призеры творческих конкурсов. Наш студенческий актив, вот, то есть, выпуск как никогда очень активный, очень значимый для нашего университета. Поэтому, конечно, очень грустно с такими ребятами расставаться. В этом году в колонии выпускники с различными уровнями образования. Бакалавры, магистры, специалисты. Золотые медали и аттестаты вручили также теперь уже бывшим ученикам лицея ЗАБГГПУ. Ежегодно 10-13% выпускников уходят из педуниверситета круглыми отличниками. Как, впрочем, и в этот раз. 120 человек из 1000 покинули стены родного учебного заведения с красными дипломами и с настоящим студенческим чувством юмора. Мы на самом деле случайно получили красный диплом. Мы не стремились к нему, мы просто привыкли еще со школьной скамьи получать за экзамены только высшие оценки. Поэтому у нас сегодня красный диплом. Каждую сессию сдавать с нервами, с таким стрессом было тяжело, на самом деле. Очень сильно переживали каждую оценку через себя, прям через душу. Даже не верится, что 5 лет уже пролетело, но с другой стороны уже чувствуешь себя полноценным человеком, дипломированным специалистом и уже с гордостью вступаешь в жизнь. Со своим будущим многие уже определились. Кто-то нашел работу еще в студенческие годы, кто-то начнет устраиваться в жизни только сейчас. А 10 из 82 выпускников магистратуры решили остаться в родном университете и поступить в аспирантуру. Светлана Лисичникова, Сергей Рычков. Время новостей.